В этот раз на выставке-ярмарке представлены товары из Абхазии, Адыгеи, Краснодарского края, Казахстана, Тверской области, Ярославля, Тамбова и других городов. Всего 110 торговых точек, и у каждого продавца свой уникальный товар. Скоро зима, поэтому отдельное место занимает меховая продукция, шубы и, конечно же, шапки. Представлены изделия с норки, с каракуля, с рыси, с соболя. Также в ассортименте есть норка стриженная. А вот у нас есть косыночка. Вот такой моделью, которая регулируется на резиночке, в которой очень комфортно. Мы можем в петлю заправить эти хвостики. И также мы можем просто их вытащить и завязать сзади по так, как нам нравится. Широко представлены и сугубо зимняя обувь из войлока. Сергиево-Посадский магазин «Котофей» из торгового центра «Манифест» на дни ярмарки стал еще ближе к своим покупателям. Данный магазин был открыт от Егорьевской фабрики, которая, как известно, это торговая марка «Котофей». Нам известна в России она как производитель детской подростковой обуви. Валенки сделаны из натуральной овечьей шерсти. Для детей это более утепленные валенки, в которых имеется подклад из шерсти также. И тепло, и комфортно. А санкт-петербургская фирма «Олла» привезла бельевой трикотаж, рассчитанный как на младенцев, так и на подростков. Для фирмы торговых представителей подобные выставки и ярмарки – это еще и возможность продвижения своей продукции на наш рынок. Заключение договоров с сергиево-посадскими магазинами. К примеру, мармелад из Тверской области пока не найти в нашем городе. Он изготавливается по советским ГОСТам из натурального сырья, что делает его полезным для здоровья. А разнообразие форм и различные наполнители делают его еще более привлекательным для покупателей. Мы представляем мармелад, который приготовлен в натуральных продуктах на пектине, на патоке, без консервантов, без ГМО. Также можно как бы и подарок подарить, и очень это полезно, и не просто вкусно, но еще и полезно. С орехами, с миндалем, кишью, с фундуком, с брусникой, с клюквой. Вот такие вот просто витаминный набор. Рядом представлена сладкая продукция из Казахстана. На ярмарке много товаров, и обо всех не расскажешь. Так что приходите сами, смотрите, покупайте. Адрес: Сергиев Посад, теннисные корты на улице Дружбы, с 11 до 19 часов. Поспешите, выставка работает до 16 часов в воскресенье.